Всем привет, это проект «Объективы» на Эксперт КР. Сегодня мы находимся в 33-м избирательном округе и поинтересуемся у жителей этого округа, знают ли они своего народного депутата. Поехали! А не подскажете, кто является народным депутатом от этого округа? Нет, я не имею. Не знаете? Если бы была польза от этого, можно было бы поинтересоваться. Пользы никакой. А какая? А мне обещание. Даже не знаю. Усов, наверное. А вы не знаете, приемная есть у него где-то здесь? Не знаю. Да. Слыхала, по-моему, так, по Лермонтова, наверное. А если хотите, можете что-то передать своему депутату. Спасибо. Все равно никто ничего не исполняет. Не хочу связываться, буду доживать так, как есть. Нет, бесконечно. Меня политика не интересует. Да даже если он был, я бы не хотел бы ее знать. Откровенно говоря, честно. Кто является народным депутатом от этого округа, 33-го, Верховной Рады? Без понятия. Усов. Усов, да? А не знаете... Приемная есть у него? Есть. На улице Лермонтова. На нашего только мэра Вилкова и все. Ага. Не знаете, кто является народным депутатом от этого округа Верховной Не Рады? Не знаю. Просто Усову еще хотели передать за актовый зал большое спасибо, что наши дети на улице. Да, что они вот это мы знаем. Просто у нас объявление висит в школе, актовый зал делается. Должен был летом делаться, сейчас зимой делается все. А дети на улице. Усов. Константин, отчество не помню. А вы не знаете, где у него приемная находится? На Лермонтова улице. Никогда не обращались туда? Никогда. Да. А вообще довольны вы работой наших депутатов? От Можно приема? Я промолчу? Я не знаю. Не знаете, да. Усов, по-моему. А не знаете, где приемная находится? Есть ли у него приемная? Ну, там дальше вроде. На Лермонтова. Ага, понятно. А вы не обращались никогда народным депутатам? Нет. Можете передать им что-то. Слов не хватит хороших. Некоторые жители 33-го избирательного округа все-таки знают, кто является их народным депутатом. А мы продолжим опрос в других районах нашего города. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делайте репост. Увидимся на Эксперт КР.